Буквально 15 минут назад был новый обстрел города Шебекино Белгородской области, сообщают пользователи соцсети. Информацию об атаке подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков. Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, 5 мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, написал Гладков. Также сообщается, что один из снарядов прилетел в торговый центр. Сегодня утром стало известно, что в Белгородской области до 6 ноября продлили желтый уровень террористической опасности. До этого же числа будет запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Белгородская область в последнее время подвергается ежедневным обстрелам. Вчера лакокрасочный завод попал под обстрел. 19 октября, после предыдущего обстрела Шебекино, Вячеслав Гладков предложил жителям района временно покинуть свои дома. Тогда из-за попадания снарядов в дома были тяжело ранены два человека.